Помощнику судьи Нижегородского областного суда Ирина пришла с одним очень важным для нее вопросом. Делится ли материнский капитал, считается ли общим имущество супругов? Божский суд, городской суд признал материнский капитал совместно нажитым имуществом и его разделили, к сожалению. И уже 2 года после развода Ирина пытается доказать, что материнский капитал действительно материнский и не может быть разделен между супругами. Поэтому каждая бесплатная консультация для нее вроде инструкции, как дальше защищать свои права. Для меня, как человека, который, то есть, в общем, не имеет возможности оплачивать квалифицированную адвокатскую помощь, то есть для меня это действительно, то есть, как бы, хорошая поддержка. Юрист Анна Поварова говорит, сегодня много довольно-таки сложных случаев. Приходится быстро анализировать законодательную базу для каждого из них. Вопросы, конечно, очень разные. И порой бывает нужно разобраться и посмотреть документы, которые граждане приносят с собой. Не могу сказать, что они какие-то неразрешимые или сложные настолько, что на них нельзя сразу ответить. Мы пытаемся найти пути решения, помочь и подсказать ту нормативно-правовую базу, которой нужно им руководствоваться при обращении в какие-то иные органы. А еще День юриста – это практика для молодых специалистов. Артем Кузнецов – студент 4-го курса юрфака ННГУ. Работы для новичка хватает, даже нет времени дать интервью. У меня первое такого рода мероприятие, тем не менее я оцениваю весь масштаб на себе сейчас это все, потому что звонки без перебоя у нас поступают. Вопросы некоторые, конечно, сложные, как видите, некоторые нет. Вот. Алло, здравствуйте, горячая линия Ассоциации юристов России. По телефону, конечно, обрабатываются вопросы попроще, а если нельзя решить их так, то можно записаться на очную консультацию. Обращений по вопросам ЖКХ, земельного, налогового, трудового и семейного права больше всего. И по всем вопросам юристы готовы помочь, а если нужно, то потом и заняться юридическим сопровождением. И несколько раз в год за такой бесплатной помощью может обратиться любой желающий. Телефон Ассоциации юристов России 433-38-99. Алексей Александров и Алексей Завулов. Объективно. ННТВ.